Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод. Новая карта называется Five Nights Inkman. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Ну, пацаны, так приседает, мне смешно. Но сначала давайте я вам покажу эту карту, она реально очень крутая. И вы поддержите меня лайкосиком и подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день и поднимают всем настроение. Пацаны, идемте. Знаете, что мне показалось? Что мы здесь... Какие-то маленькие, а пиццерия большая. Такое ощущение, что вы какие-то... Ну, смотрите, я еле до окна заглядываю, я его просто еле вижу. Почему так сделано, я не знаю. Может, какой-то прикол в этом, что мы дети типа здесь. Так, идемте, пацаны, делаем обзор пиццерии. Здесь у нас... Что? Стральники. Все по фен-шую, дверями вовнутрь. Здесь тоже стральники. Че маленький такой, не понимаю. Так, а ну-ка... Звездный лорд, дай выйти. Так, вот это уже стоят настоящие люди. Это подписчики, они сейчас будут нас пугать. Но сначала мы сделаем обзор. Так, что здесь? Я и сам не знаю, эту пиццерию. О, так это вход. Дверь закрыта. А ну, если самым умным быть, можно дверь удалить? О, пацаны, идемте на улицу гулять. Ага, нельзя. Так, 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 что у нас тут? О, кому продать что-то? Кстати, здесь есть кнопки. Этой кнопкой можно отключать и включать свет. Загорается, тухнет. Внутри есть кнопки, я вам и тут покажу, где можно... Что можно? Короче, Бонни Лайт, Фредди Лайт. Может как-то подсвечивать их? Ну, мы нажимали, но не работает. Здесь есть вентиляция. По этой вентиляции можно пробежать сюда. Знаете, почему показываю? Потому что я сам не знаю ничего. Так, а ну-ка, открывай дверь. Она как-то стрёмно открывается, надо сбоку стоять. Здесь у нас кухня. Здесь у нас есть кнопка. Не знаю, что она делает, но она просто есть. И здесь у нас есть тоже кнопка. Смотрите, столы есть. Столов нету. Оп. А нет, что-то не оп. О, появились. А, то я клацаю, пацаны. Все. Очень прикольно. Ну, будем начинать. Ну что, пацаны, идемте в нашу комнату. Будем тусоваться сейчас там. Так, давайте проверим, как кнопка работает. А, ну, дверь убивает меня? Нажми кнопку. О, она не убивает. Блин, прикольно. Я думал, будет мочить, как FNAF 7 и FNAF 8, не помню. Там двери вроде убивают. Так, давайте, наверное, будем брать какое-то оружие, отпугивать их. Ну и очень мощное. Так, всегда говорю, а в итоге мочу всем, что я вижу. Ой, это я уже сразу монетку взял. Ладно, не будем. Так, отключаем ночной режим. С фонариком и так все очень хорошо видно. Так, админский пистолет нельзя. Это читерская фигня. Закрываем вентиляцию. Так, идемте смотреть. Кто там у нас на сцене? Опа, Бонни-то голову прикольно повешал. И Чика стоит. Освещение офигенное на сцене. Очень антуражно. Так, а я не вижу, там кто-то есть? Фух, вы меня испугали, пацаны. Так. Стекло можно удалить? А, стекло нельзя удалить, было бы прикольно. Оно нифига себе толстое здесь. Полметра, что ли. Так, здесь есть окно, есть. Мы сможем полить их. Так, пацаны, двери пока не открываем. Лайт. Не понял, я его включил? Как оно работает? Как-то, короче, работает. Так, дор, давайте пока откроем, посмотрим, что там. Чпонькс. Ну, такое все толстое, здесь полметровые стены, как-то очень странно. Это, знаете, пацаны, это бункер. Фух, извини, обстоятельства. Так, ого. Что-то дверь криво стала немного. Так, пацаны уже начинают там стрелять. Опа, чика-чика пошла, смотрите. Опа, она сдвинулась с места. Пацаны, короче, очень сильно РПшат. Самые лучшие, будь теперь сюда у нас роль аниматроника выполнять. Я видел. О, Фредди, ожил, видели, он с сцены вылез. Вот, это мне нравится. Сразу надо лайк ставить, точно. Опа-опа, Бонька пошел. Видите, они потихоньку ходят, не сразу. Пацаны, контролируйте, потому что Фокси вроде может сразу побежать. Так, двери пока. Пацаны, не надо трогать двери. Их могу трогать только я. Ладно, шучу, не надо вообще никому. Фокси! Эх, Бонь, этот, Фокси прибежал. Я испугался. Так... Ну что ж, пацаны, первая атака есть. О, они уже возле окна. Блин, так непривычно, у нас какой-то такой большой... Комната охраны. Класс, ты сказал. Здоровенная комната просто. Ни телевизоров, ничего. Просто здоровенное окно. Будем смотреть.
Так, Фредди идет. А я иду. Иду. Что это за звук? Он разговаривает, слышите? Двери! Двери! Есть! Через вентиляцию подходи, чувак, обходи! Мы тебя тут закроем. Так, 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 я его не вижу, Фредди. О, Бонька пошел! Это, знаете, как в оригинальной FNAF 2, когда они ходят, они телепортируются. FNAF 2 коп. Я вижу, Фокси стоит, смотрите, тень от него видно. Класс. Ушел. А, фонарь загорается сам, когда они подходят. Я тебя вижу, Бонька. Ты спалился. Тебя видно. Так, а что это за звук постоянно? Отключение, включение. Они что, ломают? Так, давайте, пацаны, через вентиляцию сделаем обход. Так, берем оружку с себе все. Давайте. Ой, кого-то убило? Я вспомнил кое-что. О, через двери, что ли? Ах ты говно. О, там Фокси бегает. Так, 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 побежал до пацанов. На сцену идет, смотрите, Фредди, Фредди. Так. Блин, такой звук стрёмный появился, мне нравится. Так. А, это когда они в другой режим включаются, такой звук идет. Этот на кнопке сидит, отдыхает. Так, там кого-то мочат. Да так дверь вонючая, закрывается. Пацаны, ну что ж ты двери оставляете открытыми? Так, хорошо, я сейчас скоро буду мстить. Так, закрывайте двери, закрывайте. Чпонькс. Так, я беру оружку. Я разозлился. Берем миниган. Закрывай! Я видел, там вроде кто-то был. Тарахтел. А, со всех сторон мочат. Так. Лишний раз двери не открывайте. Видите, они какие злые? Ого! Дверь жестко. Так, пацаны, я живой остался один. Закрываюсь. Нифига себе. Точно прострелили дверь. Блин, такой звук прикольный. А, я вспомнил этот звук, когда они переключаются в ночной режим. И злой. Ой, добрый и злой. Ай-яй-яй, не мочи меня. Так, я иду через вентиляцию. Вообще офигели. Может, туда гранату замораживать? Ах ты жлоб, как ты прошел? Ой, извини, извини. Он всех убил сразу. Это очень злобный аниматроник. Такс, живые все. Так, пацаны, давайте что? О, давайте я монетку возьму. Пора уже действовать. Оля, давайте портал возьму. 1000 лет его не использовал. Двери. Двери, двери, двери. Так, пацаны, давайте я поставлю портал здесь. Будем выходить. Шпонькс. А, не мочи, не мочи. Все, пацаны, идемте. Кто первый? Ого, оружка у всех мощная. Закрывай вентиляцию, она больше не нужна. Так, я вижу, там война идет. Че, не проходишь? Жирный, что ли, стал? Так, у меня 7 хп. А, нет, у меня 2, да, 27 хп. А, ты застрял. На тебе. Так, 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 никто не пройдет. Блин, надо было админским пистолетом туда пострелять. А, порталы исчезли. Так, а ну идите сюда. Разбийники. Я взял админский пистолет. Я буду их наказывать. Только те, кто будет меня пытаться убить. А те, кто стоит, просто я не буду убивать. Смотрите, какой Фокси злой был, пока меня не убили. Ого, они кричат там. Уйди, я успел. Я успел закрыть двери за секунду. Красиво отлетел. Через стекло нельзя убить. На, еще раз. Кто еще ко мне, пацаны? Ушел, ушел. Вот это вообще сильно. Теперь наша очередь. Ой, извини. Теперь наша очередь здесь всех наказывать. Извини, обстоятельства. Кстати, новые анимации смерти добавили. Во, нычка. Блин, оно перекидывает автоматически сюда. Ого, это вонючая граната. О-хо-хо, еще и взорвало. Это мощно. Пацаны, давайте войну устраиваем. Жахаем их всех. Так, берем мощную оружку. Погнала. Иди сюда. Ах ты жлоб. Войну, да, захотели?
Давайте, сейчас. Ой, я могу на карте ходить? О, так тут вообще прикольно сверху. Ой, пошла. Вот это я разошелся. А, не так уж хорошо и не взрывается. Давайте я тоже оружку возьму. Ого! Эпические взрывы, ребята. Просто посмотри на них. И еще. Ого, вся пиццерия дымит. Ай-яй-яй, жопа моя. И Фредди пришел. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.